эфире игра «Ума палата». Вопросы и тесты в интернете нередко начинаются с выражения «Если ты ответишь на эти вопросы, то ты гений». Предлагаю присоединиться к этому призыву и проверить, насколько гениальны наши игроки. И посему вопрос: в какой стране больше всего пирамид? Это первый вопрос, который я адресую нашим игрокам. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Добрый день, меня зовут Александр Хавренко, я корреспондент телеканала «Якутия-24». Здравствуйте, меня зовут Дарья Короленкова, я также являюсь корреспондентом телеканала «Якутия-24». Приятно познакомиться. Александр, я знаю, что вы сегодня присутствуете не просто как рядовой игрок, вы также являетесь опытным организатором квиз-игр. Скажите, пожалуйста, на какие темы вы проводите квизы? Ну, я больше фанат кино, но могу и на вопросы из областей общих знаний. А посему тогда следующий вопрос. Какие области знаний, какие предметы лучше всего вам давались в школе? Гуманитарные. Например? Литература, история, обществознание. Надеюсь, вам повезет сегодня с вопросами, и вам попадутся именно такие. Дарья, как вы учились в школе? Я была хорошистом, у меня также более гуманитарные предметы давались лучше, чем остальные. Славно. Давайте проверим ваши знания из области географии. Вопрос о пирамидах я хочу адресовать именно вам. Каков ваш ответ? В Египте. Да, это предсказуемый ответ. Может быть, Александр знает правильно? Ну-то мне кажется, что это Перу. Правильный ответ, конечно же, Судан. В Египте, согласно сведениям, более 100 пирамид, в то время как в Судане более 220, что составляет практически в два раза больше, чем в Египте. Ну что же, мы видим, что география явно не ваш конек. Дарья, но я надеюсь, что вы проявите себя в других областях знания. Так игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах, которых будет ровно 3. Пока что перед вами находится черный ящик. В нем, в свою очередь, расположены два шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Так, у меня красный. Тебя, соответственно, будет. Дарья, принято считать, что это большое преимущество. Вы будете начинать первой, отвечать на вопросы первого раунда. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. В игре 3 раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой начинает Дарья. Итак, первый раунд. Дарья, как называется линия, которая делит угол пополам? Линия... Биссектриса. Александр, кто был первым правителем Монгольской империи? Чингисхан. Верно. Дарья, какое насекомое при размере 4-6 миллиметров может прыгнуть в высоту на 40-60 сантиметров? Не знаю, кузнечик. Блоха. Блоха. Александр, в Римской империи так назвали командира 10 солдат, а ныне главу факультета? Декан. Верно. Дарья, ноты размещаются на нотном стане, который также называется нотоносец. Сколько линий входит в его состав? Пас. 5. Александр, кто был учителем Аристотеля, Сократ или Платон? Сократ. Платон. Дарья, кого Балда назвал своим меньшим братом в сказке о попе и работнике его Балде? Пас. Зайца. Александр, какой физик более известен своей кошкой, чем своим уравнением? Шрёдингер. Верно. Дарья, где находится Арарат? Армения? Турция. Александр, сколько животных сопровождало Трубадура в фильме «Бременские музыканты»? 4. Верно. Дарья, как на жаргоне трейдеров именуется швейцарский франк? Точно пас. Свисти. Александр, в стране Z прошла конституционная реформа, согласно которой парламентская республика была преобразована в президентскую. Как исполняется полномочия президента? Как изменится? Он возглавит правительство и исполнительную власть в целом. Дарья, царь Алексей Михайлович приказал закупить для создания флага красную, белую и синюю ткань. Почему были выбраны именно эти цвета?
По аналогии с флагом Нидерландов, Александр, этого культового персонажа могли сыграть МакГрегор, Ди Каприо, Том Круз, Уилл Смит. Для того, чтобы предоставить важнейший аксессуар, этому персонажу был устроен тендер. И победила компания Blind. О каком персонаже и актере идет речь? Пас. Это Киану Ривз, роль Нео. Дарья, именно это подадут вам в Вене, если вы закажете курце, айшпеннер, меланж, кипфель или чашку золота. Пас. Откуда мы будем знать? Пас. Кофе. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 15 вопросов. При этом Дарья дала 0 правильных ответов, а Александр 4. Дарья, почему так, скажем, мало ответов правильных? Ну, наверное, не знаю даже. Какие факторы, что вам помешало дать правильные ответы? Ничего, просто, возможно, очень быстро надо было дать ответ и не успела подумать. Скорость реакции? Да, возможно. Угу. Но не волнение? Нет. И не отсутствие знаний? Возможно, да, тоже. Угу. Хорошо, понятно. Александр, вы получили преимущество благодаря 4 правильным ответам. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если Александр будет всегда давать правильные ответы, я буду задавать вопросы только ему. Дарья, вам придется ждать его ошибки. Александр, какая рыба по внешнему виду напоминает шахматную фигуру? Морской конек. Верно. Александр, по словам русского политического деятеля Шульгина, в начале 20 века это дело начинали почти святые, закончили почти разбойники. Пас. Это белое движение. Дарья, у какого животного язык длиннее хвоста? Это хамелеон. Александр, какого цвета кожа у белого медведя? Черного. Верно. Александр, помощница какой первой леди США написала книгу «Мелания и я»? Пас. Мелания Трамп. Дарья, как звали Катюшу, которая в песне выходила на высокий берег, на крутой? Катюша. Верно. Дарья, эти жуки носят название месяца, в котором появляются? Жуки носят название... Господи, светлячки? Нет. Майские жуки. Александр, альбом какой российской группы называется «Columbia Pictures» не представляют? Бандеров. Верно. Александр, на основе какой рыбы приготовляется вустерширский соус? Анчоус. Верно. Александр, какой литературный жанр наиболее ярко представлен в творчестве Эзопа, Лафонтена и Крылова? Басня. Верно. Александр, какой водопад в Африке местные жители называют туман, который грохочет? Ниагарский. Водопад Виктория. Дарья, атом, лишенный всех электронов, это? Ядро. Александр, за кого выходит замуж Джейн Беннет в «Гордости и предубеждениях»? Сразу пас. Чарльз Бингли. Дарья, какое из 5 чувств является доминирующим? Зрение. Александр, какой остров самый большой на Земле? Гренландия. Верно. Александр, какое семейство рыб дает черную икру? Осетровые. Верно. Александр, какое название самого высокого в мире водопада? Анхель. Анхель, да. А Дарья, какой итальянский астроном изобрел термометр в 1592 году? Ой, точно пас. Галилей. Александр, как называется плоское изображение, которое может отображаться в 3 измерениях? Стереоскопическое. Голограмма. Время вышло. Итак, второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 19 вопросов. При этом Александр дал 7 правильных ответов, а Дарья – 1. Дарья, вы пришли помолчать? Нет. Вы пришли для того, чтобы в 2 раундах дать 1 правильный ответ? Возможно, это был челлендж какой-то? Нет, наверное, может быть, Александр умнее меня. И только. А если бы это там вместо Александра стояла маленькая девочка Маша? Ну, возможно бы нет. Наверное, она дала бы больше ответов, чем вы. В любом случае, что-то вы можете пожелать своему коллеге на прощание? Удачи, только удачи. Спасибо и только спасибо. Прекрасно. Ну что же, это означает, что именно Александр проходит... 3-й раунд, а Дарья, мы с вами вынуждены прощаться. Спасибо, тем не менее, за игру. До свидания. Спасибо. Александр, вы каким-то образом специально готовились к нашей игре? Нет. Это ваш кругозор? Да, как можно подготовиться? Копался в чертогах памяти и вот...
Ну что же, пока что результаты неплохие. Посмотрим, как вы себя проявите в финальном раунде. Ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по итогам всех раундов у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры – 100 тысяч рублей. Я напомню вам и сообщу также зрителям, что этот большой куш будет разыгран в конце нашего телесезона. А пока что третий раунд. Александр, к какому виду относится главный герой Немо из известного мультфильма «В поисках Немо»? Рыба-клоун. Верно. Какая фабрика была у Берестова, героя произведения «Барышка-крестьянка»? Пас. Суконная. Какие виды представлений были в древнегреческом театре? Драма и комедия. Верно. Назовите автора песни «Красно-желтые дни». Виктор Цой. Верно. Какой вид энергии лишний в списке потенциальных? Электромагнитная, полная, кинетическая? Полная. Электромагнитная. Язык этого морского млекопитающего весит около 4 тонн, почти как взрослый сон. Синий кит. Верно. Какой орган у человека означает за образование выделения желчи? Желчный пузырь. Печень. Посчитайте, сколько будет 20% от 160? 40. Верно. Где находится Берингов пролив? Между Россией и Америкой. Между Северно-Ледовитым и Тихим океаном. Граната, именуемая в русском обиходе лимонка, европейцам больше напоминает другой экзотический фрукт. Какой? Киви. Ананас. На флаге какой азиатской страны на красном фоне изображены 5 желтых звезд? Пас. Это Китай. Время вышло. Александр, за время игры я задал вам 11 вопросов. Вы дали 6 правильных ответов. Но, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы пополнить копилку ваших правильных ответов до 20. Поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Однако, прежде мне хочется спросить, как ваши ощущения в целом после игры, понравилось, не понравилось, и были ли вопросы, на которые вы знали ответы, но не смогли по разным причинам ответить? Начну с последнего. Я до сих пор себя ругаю за «Матрицу», потому что буквально недавно этот факт вспоминал. А так я скажу, наверное, тем, кто будет приходить сюда играть, и тем, кто сейчас смотрит по телевизору, что сидя на диване, отвечать на вопросы гораздо проще. Спасибо за игру. Она была действительно неплоха. Но, увы. До свидания. До свидания. Это игра «Ума-палата», где с помощью своего ума можно выиграть денежный приз. Удастся ли это нашим следующим игрокам? Узнаем через пару мгновений. Это игра «Ума-палата». Вопрос из области географии. В какой стране больше всего естественных озер? Этот вопрос я адресую нашим следующим игрокам. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Шарипов Никита, ученик 11 класса 15-й школы. Меня зовут Голиков Иван, ученик 11 класса школы номер 15. Приятно познакомиться. Я знаю, что вы, Никита, Иван, являетесь финалистами Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике. Но сегодня в нашей передаче вопросы будут не только из области экономики. Я думаю, что вы в курсе этого? Да. Очевидно, что да. Ну и хорошо. Ну что же, давайте попробуем ответить на этот вопрос, который прозвучал выше. Как вы думаете, в какой стране больше всего естественных озер, Никита? Я думаю, в России. Ага. Патриотично настроенный Никита хочет, значит, пальму первенства передать России. Хорошо, спасибо, ответ принят. Иван, как вы считаете, сколько где больше всего естественных озер? В России. В России. А правильный ответ, увы, не Россия, это Канада. Скажите, пожалуйста, что с географией, видимо, не очень везет пока что. А какие предметы вам даются лучше всего в школе, Никита? Я думаю, обществознание и русский язык. Славно. Иван, какие предметы больше всего даются вам? По-разному. Например? Чуть-чуть бы обществознание, чуть-чуть биологии. Славно. Ну а пока что перейдем к нашей игре, которая покажет, сможете ли вы выиграть в нашей игре 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех раундах, которых будет ровно 3. Пока что перед вами находится черный ящик. В нем два шара – красного и синего цветов. Вам необходимо одновременно протянуть руки и вытянуть шар необходимого цвета. Первым начинает в нашей игре тот, кто вытянет шар красного цвета. Приступайте. В
Славно. Никита, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Никита. Итак, первый раунд. Никита, что известно о пословице «предлагают взамен 100 рублей»? Друзей. Совершенно верно. Иван, с какого дерева пчелы собирают нектар для меда? Пас. Никита, о любви каким трем фруктам рассказывается в известной итальянской сказке? Пас. Пас, пас. Трем апельсинам. Иван, косой ли на самом деле заяц? Нет. Нет, правильно. Никита, роза, лилия, василек, иван-чай, что объединяет эти имена? Растения. Да, совершенно верно, это название цветов. Иван, самое выносливое животное пустыни? Верблюд. Верно. Никита, как на Руси назвали жилище людей? Землянка. Городище. Иван, на какой максимальной высоте находился корабль во время полета Гагарина? 13 тысяч километров. А 302 километра. Никита, что является причиной образования кратеров на Луне? Ветра. Метеориты. Иван, согласно известной пословице, что рубль бережет? Копейка. Верно. Никита, флаг Великой Французской революции имел красную, синюю и белую полосы. Что символизировал в то время красный флаг? Пас. Символ военного положения. Иван, какова максимальная разница величин двух вертикальных углов? 90. Они равны. Никита, чем в давние времена бил холоп, обращаясь к царю? Плетью. Челом. Иван, как называется процесс обратной инфляции, то есть когда мы наблюдаем не рост, а снижение цен? Дефляция. Совершенно верно. Никита, как звали пиратского капитана, сыгранного Джонни Деппа? Джек Воробей. Верно. Иван, чем способен стрелять хамелеон? Пас. Языком. Никита, какого цвета были волосы у Пеппи Длинный Чулок? Желтые. Рыжие. Иван, как именно этот участник группы Битлз исполнял вокальную партию знаменитой песни «Желтая подводная лодка»? Маккартни. Ринго Стар. Никита, на какой известной купюре изображен памятник Петру Первому в Архангельсе? 5000. 500 рублей. Иван, в каком мультфильме на стене дома красовалось объявление «Дом свободный, живите, кто хотите»? Дом Монстр. Троица Простоквашина. Никита, какой город Фамусов грозил отправить Софью в песне «Горе от ума»? В Ленинград. Саратов. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 21 вопрос. При этом Никита дал 3 правильных ответа, а Иван 4. Никита, начнем с вас. Что помешало вам дать больше правильных ответов? Скорость, наверное. Вы не привыкли, что задают вопросы в столь быстром темпе? Да. На уроке всегда есть возможность подумать. Скажите, пожалуйста, а были ли вопросы, на которые по истечению этого самого времени, если бы не эта скорость, вы наверняка знали правильный ответ? Нет, наверное. Иван, как вы думаете, что вам обеспечило победу в первом раунде? Почему вы дали больше ответов, чем ваш одноклассник? Вы одноклассники? Да. Да. В школе вы как учитесь? Кто лучше учится? Он. Он. Поэтому вас и поразило это. Да. Но я увидел по вашей реакции, что вы обрадовались, что у вас 4 было правильных ответа, а у Никиты всего лишь 3. Ну что же, Иван, теперь вы получили преимущество отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде, на это стоит обратить внимание, происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что если Иван будет давать только правильные ответы, я буду работать только. Никита будет ждать его ошибки. Иван, назовите валюту Азербайджана. Сом. Манат. Никита, как звали человека, который первым высадился на Луну? Пас. Армстронг. Иван, во сколько раз число 1000 больше 5? Пас. В 200 раз. Никита, сюжет какой картины Виктора Васнецова воспроизведен на надгробии художника? Девочка с персиками. Витязь на распутье. Иван, какой химический элемент не был назван в честь шведской деревни? Ниобий, Итрий, Эрбий и Тербий. Итрий. Ниобий. Никита, месяц школьных базаров? Август. Верно. Никита, способ оплаты товаров и услуг, при которых платеж выполняется не полностью, а по частям?
Рассрочка. Верно. Никита, о каком произведении Пушкин отозвался? О стихах я не говорю. Половина должны войти в пословицу. Евгений Онегин. Горе от ума. Иван, какой плод в древности назывался пуническое яблоко? Пас. Гранат. Никита, как любители онлайн-сообщений говорят о чем-то смешном? Лол, сол, мол, фасол. Лол. Лол. Верно. Никита, о чем написал Чуковский в своей сказке «А она за мной мчится и кусает, как волчица»? Майдадыр. О мочалке. Иван, что такое криптовалюта? Цифровые деньги. Верно. Иван, какую обувь воспел Тима Белорусских? Кроссовки. Верно. Иван, этот голландский порт до начала 21 века удерживал первое место по ежегодному грузообороту. Пас. Роттердам. Никита, как называется ближайшая к Солнцу планета? Нептун. Меркурий. Иван, они впервые были использованы в 1970 году, а первыми их обладателями стали Асатиани из сборной СССР и Касселли из сборной Чили. О чем речь? Пас. Красные и желтые карточки. Никита, назовите ставку налогообложения на доходы физических лиц от трудовой деятельности в Российской Федерации. 13%. 13-15, правильно. Никита, символом какого города стал Карлов мост? Лондон. Прага. Иван, что традиционно разрешал сделать славянам лишь со дня Ивана Купала и до Ильина дня? Пас. Купаться в водоемах. Время вышло. Второй раунд завершен. Иван, как вы считаете, в этом раунде вам удалось повторить свой успех и снова одержать победу над Никитой? Или все-таки он дал больше правильных ответов? Не знаю. Никита, может быть, вы будете более разговорчивы, как вы считаете, и более точны? Вы дали больше правильных ответов в этом раунде или Иван? Мне кажется, я. Ага. То есть вы хотите сказать, что вы подтвердили свой статус ученика, который учится лучше, да? Но вы отличник учебы? Нет. Нет. Но вы крепкий хорошист. Ну да. Молодец. Почти. Почти. Ну хорошо. Иван, скажите, пожалуйста, вопросы нашего интеллектуального шоу вам показались сложнее, чем вопросы вашей телевизионной олимпиады по финансам и экономике? Да. Ну что же, давайте узнаем все-таки результаты и посмотрим, как обстоит картина на самом деле. Во втором раунде я задал вам 19 вопросов. При этом Никита дал 4 правильных ответа, а Иван – 2. Это означает, что именно Никита проходит в третий раунд, а с Иваном мы будем торопиться прощаться. Но прежде, Иван, можете ли вы что-то пожелать своему сопернику, а теперь уже, видимо, человеку, за которого вы будете болеть, и можете передать привет, если хотите воспользоваться такой возможностью. Удачи. Спасибо. Вы, как всегда, были немногословны. Ну что же, краткость, сестра таланта. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Никита, ровно одну минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» – 100 тысяч рублей. Я напоминаю вам и телезрителям, что этот большой куш будет разыгран в конце нашего телесезона. Ну а пока что третий раунд. Никита, если банк одалживает деньги под проценты, как это называется? Кредит. Верно. Из каких плодов можно получить копру? Не знаю. Кокос. Под каким названием известна единица с последующими 100 нулями? Пас. Угол. Какой химический элемент составляет более половины массы тела человека? Углерод, кальций, кислород, железо. Кислород. Кислород, верно. Чему равна эквивалентность водорода? 1. Верно. Сколько кубиков в кубике Рубика? 9. 26. На каком континенте живет меньше всего людей? Австралия. Антарктида. Какого цвета крайнее правое кольцо в олимпийской символике? Зеленое. Красное. Что изображено на заднем плане картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза»? Здание. Пейзаж. Что, назовите валюту Болгарии. Пас. Болгарский лев. Что означает гавайское слово «вики», которое дало название интернет-энциклопедии «Википедия»? Привет. Быстрый. Одним из направлений какой религиозной философии является учение дзен? Пас. Буддизм. Какую из этих стран не пересекает экватор? Экватор. Кения, Панама, Бразилия, Индонезия. Бразилия. Панама. Что такое бюджетный дефицит? Когда расходы больше доходов. Ну, практически, да. Недостаток товаров, услуг или ресурсов. Время вышло. Вы сражались как могли. Никита, итак, за время игры я задал вам 14 вопросов. Вы дали 4 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. Но прежде мне хочется узнать ваши ощущения, как вам игра, понравилась или нет, и что вам помешало все-таки одержать победу
в этом интеллектуальном шоу? Ну, были вопросы, на которые я просто не знал ответ. А вот в третьем раунде были те вопросы, на которые ответ ко мне приходил после вопроса уже. То есть скорость действительно была определяющей, но вы не волновались, не было этого эффекта? Да в целом нет. В целом нет. Ну хорошо. В любом случае, мы вас благодарим за игру, за то, что вы осмелились и пришли, и на равных со взрослыми поборолись за наш приз. Сегодня он вам не дался, но мы желаем вам успехов таких же, как на вашей Олимпиаде по финансовой экономике и в других областях тоже. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Эта игра «Ума палата». Может быть, в следующий раз кому-то улыбнется все-таки удача. Если да, то узнаем на следующей неделе.